Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Цифровая фотокамера CyberShot DSC-W710 от компании Sony. В комплекте поставки здесь присутствует... Сейчас покажу. Комплект макулатуры, гарантия, инструкция по эксплуатации, брошюра. Далее здесь находится само устройство, конечно же, а также для него аккумулятор, шнур питания, шнурок для транспортировки безопасный, а также USB кабель и адаптер питания. Это устройство имеет удобный компактный дизайн, выглядит отлично и имеет качественные материалы корпуса. Он, кстати, частично выполнен из крепкого металла. И вообще, устройство отлично собрано. А теперь в деталях. На передней части, конечно же, находится оптический блок. Здесь же вспышка, индикатор съемки и отверстие внешнего микрофона. На верхнем торце присутствуют прорези внешнего динамика, а также кнопка включения-выключения устройства и кнопка спуска камеры. Стандартный набор. На правом торце петелька для крепления ремешка и microUSB порт для подключения устройства к компьютеру. На левом торце ничего нет. Снизу находится отверстие для крепления штатива и отсек для аккумулятора и SD-карты. На задней панели, которая находится всегда лицом к вам, присутствует экран с диагональю 2,7 дюйма, а также кнопки управления. Это клавиши управления зумом, режимы переключения съемки, это видеосъемка, панорамная съемка и фотосъемка, а также кнопки навигации в меню, вызов меню. Здесь же находится и кнопка включения таймера, вызова галереи и вспышки. Устройство имеет матрицу на 16 миллионов пикселей, то есть 16 мегапикселей. Физически ее размер составляет 2,3 дюйма. Максимальное разрешение фотографий 4608 на 3456 пикселей. Тип матрицы CCD. Объектив имеет пятикратный оптический зум и качественную оптику. Баланс белого, экспозиция, параметр ISO и все остальное можно выставить вручную, но в основном, конечно же, стоит авторежим, который делает все это для вас. Он делает это очень хорошо, и ему полностью можно довериться. Снимает в формате JPEG, в качестве носителя информации имеет карточку памяти SD и SDHS, а также Memory Stick Duo и Memory Stick Pro Duo. Аккумулятора хватает на 220 фотоснимков. Максимальное разрешение видео HD, то есть 1280 на 720 пикселей. Частота кадров 30 кадров в секунду. Меню этого фотоаппарата очень простое и никаких проблем с настройкой параметров не должно возникнуть. Все действительно очень просто. Есть множество разнообразных так называемых сцен, при помощи которых можно адаптировать ваш фотоаппарат под условия окружающей среды. И, конечно же, присутствует замечательная функция стабилизации изображения, как во время фото, так и во время видеосъемки. И в конце концов, подведя итог, можно с уверенностью сказать, что Sony CyberShot DSC-W710 является отличным фотоаппаратом с прекрасным сочетанием цены и качества. Цена, кстати, совершенно небольшая. Рекомендую к покупке. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же есть и специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.